Прошло ровно 11 лет после страшной трагедии в первой школе Беслана. В 2004 году террористы 3 дня держали в здании учеников и педагогов. Погибло в общей сложности 333 человека. Среди них 186 детей. С 2005 года, 3 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом, в Курске прошло несколько мероприятий, посвященных этой дате. Наш корреспондент Денис Ломакин побывал в одном из колледжей Курска, где на разговор о борьбе с терроризмом к ученикам пришли стражи порядка. Это, конечно же, ужасная дата, и все, естественно, о ней помнят. И ее ни в коем случае нельзя забывать, чтобы никогда в жизни такого больше не повторилось. Там были ужасные кадры, и, наверное, весь мир знает о том, что произошло в тот день в Беслане. Перед студентами те, кто борется с терроризмом. За их плечами первая и вторая чеченские кампании. Командировки на Северный Кавказ продолжаются и по сей день. Сотрудники Курского ОМОНа пришли рассказать, что такое терроризм и как ему противостоять. Меры должен знать каждый гражданин из нас. Это даже простые меры, которые у нас вешают в общественном транспорте. Аккуратнее быть с сумками, которые оставляют. Всегда оповещать полицию и быть, то есть, настороже. Не обошли вниманием и телефонный терроризм. Детям объяснили, что это чревато последствиями, как для родителей, как и для них самих. То есть, если этим делом увлекаться, то есть, их ставят на учет и дальнейшая их жизнь под вопросом, то есть, сказать, нормальная жизнь, учеба, работа. Ну и родители. Это крупный штраф за вызов тех же служб. Подобные встречи в учебных заведениях региона проводятся регулярно. Ведь терроризм можно победить только совместными усилиями силовых структур и общества. Денис Ломакин, Денис Федорков, телеканал «7».